Работаем, работаем, Виктор. Привет. Да. Ну что, сегодня еще 200 миллионов? Да, ну не знаю, как получится, посмотрим. Ну, смотри, надо, надо, чтобы были, надо. Ну, буду стараться. Деньги должны появляться. Это точно. Вот, бери с меня пример, я лярник за сегодня. А, ну нормальненько, слушай. А сколько у тебя получается, если, ну типа, ювелирка полная забита вот этой тачкой твоей, короче, сколько выходит бабла? 171. А, слушай, ну нормально. Нехило. Работаем. Ну да. Ладно, побегу. Что, забился? Да, забился, чтобы время интересно. Ну, я вот эту ходку последнюю, я вот сейчас это добываю еще, из дома догружаюсь. У меня как раз лярд получается, чуть больше лярда заработка еще. Хватит на сегодня. Да, ну конечно, слушай. Ну, блин, если каждый день делать по лярду, ну ни хрена себе, это нормально. Не, я делаю фактически, когда, ну, фармлю каждый день по 500. Сегодня что-то вот, настроение было побольше. Ну, все равно по 500 это тоже нехило. Нормаленько. Ну, неплохо, неплохо. Слушай, я, в принципе, считал так. Если даже по 100 миллионов делаешь каждый день, это очень даже нехило. Ну, как бы да. Как бы да. Потому что, ну, у меня вот вчера сколько-то, я тебе говорил, 7, да? Ну-ну. Я тебе не говорил, да? Не, мне не говорил. Вчера... Ну, короче, когда мы последний раз встречались, у меня было 5 или 6. Сейчас уже вот еще одна ходка будет 8. Ну, нормально. Ничего себе, нормально. Зато уже к следующему аукциону уже будет капуста, и уже можно что-то выбирать на аукционе. Да, слушай, в принципе, не из-за того, что на аукцион там. Просто делать нехуй, просто работать. Ну, блядь, чисто провожу время, и все. Если по-честному. Тогда похуй мне это... Ну, конечно, они не мешают, они есть, это хорошо, но там как-то не очень я там стараюсь именно, что, ой, блядь, надо заработать. Как-то похуй, если честно. Ладно, Санёк, погнал. Все, ладно, давай, у нас время капает. Ага. Давай. Давай, давай. Катаемся, перерабатываем, давай.